Так. Клапаны очищены, поставлены, не приклеены еще. Вот. Вот басовые. И вот я оставил один, чтобы показать, как это выглядит. Вот. Гаечка мягкая. Вот. То есть сверху будет более крупный кружочек из байки. Приклеивается. Вот. Ну и здесь, и там. Сейчас я поставлю. Ну, когда проклею, я все сделаю. Пружины я ослаблю. Вот эти. То есть на все стояки. Ну, оси со стояками, если уж так прям точно. Пока все. Так, гармонь Чайка 2, продолжение. Клапаны. Как я уже показывал, подготовлены и вот установлены. Басовые, значит, что хотел сказать. Вот мы берем крепление клапана. И вот показываю движение так и так. И даже когда клей подсохнет, все равно это будет лучше, чем зажато этими вот отводиками, которые было. Вот. Значит, прежде чем собирать, мне надо будет поставить колесо. Что собой представляет колесо? Вот. У меня нормального не нашлось. Ну, вот так вот заканчивается. Значит, что здесь получилось? Это у нас используется в мебельных, ну, не стяжках, а креплениях. Вот. По диаметру, как видите, подходит. Вот. Впаяны. И поставлен на клей. Значит, середина вынута где-то на 0,5 миллиметра. Ну, то есть без резьбы практически. Там вот они какие-то небольшие остатки. Ну, и с этой стороны, чтобы та же трещинку как-то закрепить, вот, поставил тоже на клей. Вот. Внутренняя сторона, вот эта, то есть тянуть будет всю, да, в эту сторону. Ну, вот как-то. Правильно? Да, правильно. Как-то так. То есть сначала надо будет поставить колесо под левый ремень регулировочный. Потом собирать механику, ну и по левой руке потом... чисто по механике, там крышка вот с сеткой. Вот. И остается у нас потом внутренние там на резонаторах залоги и заливка мастикой. Ну, вроде пока все, да. Так, Чайка 2. Далее, механика собрана, отрегулирована, вот. Колесо поставлено, ремень пока не ставится, он будет перестрочен, вот, пошире, потому что довольно-таки узкий. Все-таки левая рука под ремнем всегда работает. Ну, а так, в общем-то... Как говорится, дальше будем работать. Всем пока.